24 июня. Семейная болезнь. Я обнаружила, что жила в панике, была озлоблена и не могла управлять своей жизнью. Вся моя жизнь была сосредоточена на наркоманах. Большую часть времени я пребывала в гневе, негодовании и неуверенности в себе. Я была поглощена печалью, ненавистью и болью. Ясное дело, мне казалось, что наркотики победили. Я вела бой против зависимости, ругала мужа и сына за употребление. Объясняла, что это разрушает наши отношения и семью, что я устала от лжи и пустых обещаний. Я разглагольствовала о том, что я и так слишком долго терплю и что больше не могу и не хочу так жить. Я пыталась объяснить им, какие они неудачники, как сильно ранят меня и как все может измениться в лучшую сторону, если только они прекратят употреблять наркотики. А если они не сделают этого, я буду очень несчастна. Они не прекратили, и, разумеется, я была несчастна. Я обратилась за помощью к докторам, которые и отослали меня в Наранон. Я думала, что Наранон поможет мне изменить наркоманов. У меня появилась новая надежда. Если я продолжу ходить на собрания групп, то, конечно, некий мудрый член Содружества обязательно скажет мне, что сделать, чтобы заставить их бросить употреблять. Поэтому я продолжала ходить на собрания и изо всех сил старалась работать по программе. Оглядываясь теперь назад, я вижу, как работала на меня программа, пока я работала по ней, стараясь менять себя. Какое облегчение! Теперь у меня есть новая надежда. Мне не нужно больше ругаться и орать. Размышления на сегодня. Я сосредотачиваюсь на изменении себя, а не на проблемах наркоманов. Я знаю, что не могу контролировать их болезнь, наркоманию, а также тех, кто поражен ею, включая меня. Я могу капитулировать и тем самым обрести свободу. Цитата. Когда гнев усиливается, думай о последствиях. Конфуций.